16-й научно-практической конференции «Первые шаги в науку» приняли участие более 300 юных исследователей из 59 образовательных учреждений. Свои доклады они представляли в 32 предметных секциях. Это традиция. Плюс с этого года начала свою работу еще одна – педагогика. Многие исследования носили прикладной и практический характер. Одни показывали, как можно сделать пуговицы в домашних условиях, другие рассказывали о водном богатстве села Барановка и демонстрировали обучающие компьютерные игры. Это тоже авторская работа школьников. Ну а третьи по-настоящему удивили членов жюри актуальностью выбранных тем. В этом году принципиально новые доклады были. То есть они были связаны в первую очередь как с экономической ситуацией в стране. Это сразу несколько докладов по этой проблематике прозвучало. Это очень приятно, потому что наука, как говорится, она не отрывна от общего процесса, общероссийского процесса, в том числе экономического. Когда все доклады были озвучены, эксперименты продемонстрированы, участники конференции собрались на церемонию награждения. Дипломы и памятные подарки получили юные исследователи в каждом из направлений работы, будь то математика, физика или биология. Главный итог – дети испытали себя, приобрели опыт. Более 300 детей по 32 направлениям вчера представляли свои работы. И самое главное, что без ценный опыт останется с ними на долгие годы. Лучшие юные ученые будут представлять Сочи на краевом конкурсе «Я исследователь», а у победителей региональной конференции будет шанс защитить свои доклады на всероссийском конкурсе имени Вернадского. Интерес к этим фестивалям научной мысли по-прежнему высок, ведь, как отмечают организаторы, многие юные исследователи, когда-то сделав первый шаг в науку, уже не уходят с этого пути, ведущего в мир новых открытий. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.